Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас вновь свежие новости из мира The Isle. Ну, а перед началом данного видео я бы хотел тебе посоветовать поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. С чего стоит начать? Я даже не знаю. Ладно, друзья, шучу. Признаюсь честно, некоторое время я особо не следил за новостями из мира The Isle, а тупо сидел и ждал грандиозного обновления Hope от разрабов, но мы его, к сожалению, так и не дождались с вами. А оказывается, обновление вот-вот должно выйти. Ну, то есть, не прямо сегодня или завтра, а если быть точнее, приблизительно в ближайшие недели или пару месяцев. Да, боже, опять ты скажешь, нас вновь хотят обмануть и заставить ждать. Скажу так, это уже точная информация от разрабов, а все это чудодействие называется Эврима. Сейчас ты сидишь и думаешь, такой, слушай, это типа очередной вброс фейк-новостей. Короче, как говорится, не уверен, не лезь, убьет током. Но, тем не менее, ты ждешь уже хотя бы что-то от разрабов The Isle. Короче, пробежимся, друзья, по Эвриме. Как нам сказал Донди, написание нового рекорд-патча занял у них очень долгое время. И все то, что они хотели полностью внести в игру, они не успевают. То ли они там фиксят и правят, то ли я еще чего-то не понимаю. Но маленький кусочек всего действия все-таки скоро будет. А именно в данном обновлении мы не увидим с вами много интересного. Так что же ждать? В данном обновлении у нас будет всего два играбельных Дина. Один трав и один плотоядный. Встречаем аплодисментами. Плотоядный. Ютараптор. Так, стоп. Но он уже есть в игре. Скорее всего, это будет обновленный Ютараптор, то есть со всей той механикой, которую нам уже показывали разрабы на своих стримах и видео. Отсюда возникает вопрос. То есть в игру все-таки внесут чуть больше игровых механик и действий для всех Дина? Нет? Или я немного не догоняю? Но, скорее всего, так это и есть. Будет перенос мяса, столкновения, и можно будет запрыгивать на жертву и вцепляться в нее своими когтями. Насчет одного новшества скажу, что разрабы отменили, помните, ту самую известную рвоту у динозавров. Это скорее было первоапрельской шуткой, хотя они это говорили нам задолго до 1 апреля. Да, полностью изменятся игровые механики динозавров. Кого нам ждать из травов? Скорее всего, тенантозавра. Почему, ты спросишь? Ну, скорее всего, потому что это стало уже замусоленной темой в различных соцпабликах по The Isle, а также разрабы нам постоянно показывали новые различные механики, внутриигровые и скриншоты этого удивительного зверька. Действительно, красавец. Никаких тебе стрёмных обвисших зубов и несуразных перьев. Такой себе поджарый мачо, я бы сказал. Что касаемо размера, то рост его будет составлять размеру юты, хотя, возможно, чуть больше. Кстати, данный динозавр относится к прямым своим сородичам майозаврам. Вообще, он полностью мне напоминает майю, но в уменьшенном виде. Скорее всего, данный дино не будет обладать хорошей скоростью передвижения. Но вот в сражениях против, ну, допустим, тех же ют, мы с вами сможем справиться. Опять же, зависит фактор, как стадо или стая. Если мы будем сражаться один на один или против двух-трех ют, то мы сможем загнать их в угол. Если больше, то увы. Шансы также невелики. Мы будем иметь против каких-нибудь цератозавров тут 50 на 50. Опять же, здесь я сужу при его реальном росте 3 метра в высоту, длину 8 метров
и весом в 2 тонны. Ну, а то, что идет уже выше, какие-нибудь аллозавры, карнотавры, нам уже будут просто не по зубам. По идее, у тенантозавра был сильный и длинный мускулистый хвост, который превосходил в размерах длину тела, поэтому можно сделать догадку, что им можно будет отбиваться от противника. Все-таки тенантозавр будет хорошей игровой машиной в умелых руках и в адекватном стаде. Ты только послушай его крик. Ого, он сравним с криком Годзиллы. Шучу. Да, друг, еще можно дать понять, что все-таки нас ждет обещанный половой деморфизм во время. Я помню, что в предыдущей серии я тебе обещал рассказать о птерах, которых внесут в The Isle, но это будет отдельная серия в следующий раз. В принципе, во время нас особо больше ничего не ожидает. Да, я даже рад буду тому, что нам точно пообещал Донди не то что сыпать нас кучей всего каждый день. Уже маленький, но обещанный сюрприз. И я надеюсь, что новый выпуск новостей тебе понравился. Обязательно ставь палец вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока и... Ребята, ожидаем. Всем терпения. Пока.